киноцентре Низами в Баку 13 февраля состоится премьера турецкого фильма «Юнус Эмре. Ашкан Сесе». Фильм снят в рамках проекта «Галаджи Асерлер. Эскишехир. 2013. Культурная столица тюркского мира». Картина рассказывает о жизни и размышлениях поэта, поисках любви к Богу, людям, отражает высокую поэзию чувств и мир философии Юнуса Эмре. Юнус Эмре в свое время оказал огромное влияние на турецкую литературу и внес большой вклад в формирование цивилизации и культуры Анатолии. За экранизацию фильма о жизни Юнуса Эмре взялся режиссер Куршат Кызбаз. Подготовка и съемочный процесс фильма заняли чуть более 3 лет. Чтобы показать все богатство и красоту Анатолию, работа над фильмом проходила в 15 городах Турции. В роли Юнуса Эмре снялся Деврин Эрин. Также в фильме сняты актеры Бурак Серген, Алтан Эркекли, Алтан Гердум, Ахмет Микин. На презентации фильма примут участие автор сценария и режиссер фильма Куршат Кызбаз, актеры Деврин Эрин, Алтан Гердум, сотрудники посольства Турции в Азербайджане и Министерства культуры и туризма Азербайджана. Aşk uğruna can vermeyene aşık denir mi Yunus? Eğer konuşursan... Berman Aragin ve Elmin Laçınov, Azertaç. Erenler sohbetinde bulunup sorarım.